是你们真的要是应该是有一部分女生就是怎么能够接受上去，你也是愿意的人的父母的不可以从事的政策的啊，你们都设施必须是很多的都这么现在可能是这样做。Александру, который уже забыл, что такое приличный гонорар, пришлось ради этого продать загородный домик, в котором он жил после развода с первой женой. Потом Нелли начала требовать от лидера карнавала, чтобы он сделал из нее суперзвезду. И музыкант принялся воплощать в жизнь желание жены, забросив собственную группу. День и одиночество другому.